Терпению пришел конец. Протесты с требованием отставки властей в Армении проходят уже каждый день. Никол Пашинян себя не оправдал. Как во внутренней, так и во внешней политике, уверены жители. Мы не должны отступать. Нам нужно идти до конца. Мы не допустим, чтобы Армения оставалась в таком разрушенном состоянии. Положение народа ужасное. Работы нет, денег нет. Остро стоит вопрос хлеба. Сколько можно терпеть? Переговоры зашли в тупик. Власти хотят отвлечь наше внимание своими дурацкими выходками. Вопрос Карабаха не решается. Когда конфликт будет урегулирован, неизвестно. Мы продолжим митинги до тех пор, пока руководство страны не поймет, что должно уйти. Мы сами будем определять будущее нашего государства. Эти митинги – лишь начало. Настоящая буря впереди, обещают участники акции. Протестующие напоминают, Пашинян стал премьер-министром благодаря народу, но должным образом ему не отплатил. Ситуация в стране с его приходом стала только хуже. За короткий срок госдолг этой республики увеличился почти до 8 миллиардов долларов. Показатели в различных сферах тоже оставляют желать лучшего. Выход армяне видят один. Никол Пашинян должен уйти. Михрибанка Сумова, CBC.